Всем привет! Мы в Геленджике, решили прокатиться на картинге. Сразу вам покажу. Фото и видеосъемка своей камерой 50 рублей. Расценочки и режим работы. Карточкой, как и везде, расплачиваться нельзя. Мы сейчас были даже в ресторанчике, тут только наличкой можно расплачиваться. Проходят инструктаж небольшой. Сейчас будут ездить, поснимаю. Помаши мне ручкой, помашешь? Ай, кататься Юля будет с папой. Так, первый поехал. И второй. Не так давно муж катался в Тюмени, там за 100 рублей тебе камера снимает на голове GoPro-шка. А здесь просто на свой. Видели, наверное, расценки показывала, там же по времени написано 3 минуты. Вот такой аттракцион. Напишите в комментарии, кто такое развлечение любит. Скорости здесь небольшие, наверное, это максимально, что можно выжать с этой машинки. Вот малая у нас катается, не выходит. Видеосъемку оплатили, будем снимать до последнего, до последней секунды. В общем, вот такой аттракцион есть в Геленджике. Для тех, кто любит, могу потом написать. Это где-то центр, гуляем по набережной. Дальше городского парка, может быть, к ним же и относятся. Ну, в общем, всем спасибо за внимание. Пока-пока!